Вот мои любимые архимандриты. Мы их брали год назад, где-то около 80 особей. Причем взрослых было совсем мало, в основном были средние, маленькие тоже были. И вот спустя год, сколько их стало. Короче, плодятся они прям замечательно. Один вот хочет сбежать, но он не уверен. Он пока что не уверен. Вот так вот.